Сегодня снова лес. Я ходила, почти ничего не нашла. Жду опять, откуда муж вылезет. Сегодня воскресенье. Одни машины кругом. Грибов нет. Но все равно люди едут. Я вон даже вон туда сходила. Думаю, может, там что-нибудь будет. Ничего. Ничего. Потому что много народу здесь. И самолеты надо мной в Шереметьево летят. Вон он. Еще летит. Этот высоко. Ох, не могу найти. В лесу не показала, сколько набрали. Ну вот я половину перебрала, половину сейчас опять сяду перебирать. Опаньки, опаньки, насекомые. Здесь уже у меня варятся опята. Сейчас еще буду дочищать. Была... Вот это полное сверху, они уселись. Сейчас еще буду очищать. Муж целую сумку нарезал опять. А я-то толком и ничего.